Этот относительно небольшой аппарат способен решить большие проблемы. Скоро подобные фандоматы появятся в общественных местах Московской области. А в средствах массовой информации начнется реклама этого экологичного способа сбора использованных емкостей. Принцип работы аппарата прост. Бутылки и банки по одной помещаются в специальное окно. На электронном табло высвечивается количество принятой тары. Встроенные датчики по штрих-коду определяют материал. С конвейерной ленты пластик попадает налево, алюминий направо. Скоро появится и закон, регламентирующий вознаграждение за сданные банки и бутылки. Первый аппарат установили в Доме правительства Подмосковья. Его работоспособность проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. До конца года в регионе будет действовать порядка 900 фандоматов. Прежде всего, это супермаркеты. Если вы идете, покупаете продукты, вы можете с собой прихватить тару, соответственно, получить пока баллы, а когда будет закон, то, соответственно, получить денежную компенсацию. Также фандоматы появятся в парках и школах. Аппараты произведены в России. В линейке есть еще 9 модификаций, каждая из которых спроектирована для конкретной сферы применения. Пока выпускается не больше 500 штук в месяц. Китайцы научились производить в месяц 5000 фандоматов на одном предприятии. Наши российские предприятия, в том числе и входящие в оборонно-промышленный комплекс, ничем не уступают по своим возможностям. Поэтому если будет подтвержденный спрос, массовый спрос, и он будет во времени гарантирован, значит, российские предприятия будут способны тоже выйти на значительные объемы, измеряемые тысячами фандоматами в месяц. Создатели сети фандоматов полностью уверены в успехе, потому что уже есть подтверждение, что это работает. Пилотный проект по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок был запущен в Казани и показал отличные результаты. В Татарстане установлены фандоматы в школах отдельные, причем младшеклассники принесли до 5-6 тысяч бутылок. То есть, вот, представляете, сколько мусора было убрано ребенком с территории, пока он шел в школу. Мировой опыт доказывает, с помощью фандоматов во вторичный оборот можно вернуть до 96% пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары. После апробации проекта в Подмосковье он будет масштабирован на всю страну. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.